Первый ТОЗ в Корсунском районе появился в 2018 году. Однако всего за год удалось очень многое сделать. Жители рассказывают об обилии цветников, об освещенных улицах, о сделанных новых детских площадках. И слова «Я люблю Корсун» теперь для каждого корсунца звучат совершенно иначе. Обновляется старое, строится новое. Жители наконец-то почувствовали себя хозяевами, которые могут влиять на развитие своей территории. Региональные власти инициативу поддержали. В 2018 году в Корсунском районе было зарегистрировано 19 территориально-общественных самоуправлений. 19. Они зарегистрированы в Минюсте Ульяновской области, России по Ульяновской области. Вот. Из 19 ТОСов, 13 ТОСам, которые были зарегистрированы до 1 декабря 2018 года, из регионального бюджета были выделены средства на выполнение мероприятий по благоустройству территорий ТОСов в размере 3 миллиона 772 тысячи рублей. В селах радуются новым фонарям и дорогам в Корсуне, детским площадкам и цветникам. Граждане на себе ощущают, что активная созидательная гражданская позиция – наиболее короткий и продуктивный путь к позитивным переменам. Площадка, да, очень востребованная. В этом году нам поставили вот в конце лета, да, в августе, вот горку детскую и вот эти качели очень удобные. Вот, сижу, качаюсь. Качаться сейчас несложно, гораздо сложнее было в такой короткий срок организовать работу территориальных самоуправлений и добиться таких впечатляющих результатов. Тут неоценимую помощь оказала региональная ассоциация ТОС. Когда у нас вообще не было опыта создания, опыта, она нам очень большую помощь, ассоциация оказывала в обучении, в методических рекомендациях, как все это дело зарегистрировать, как это все вопросы решать по защите вот этих проектов наших работ защите. Ведь эти средства были направлены через Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области. Вот. Конечно, и по сей день эта ассоциация нам оказывает всяческую вот эту такую консультационную методическую помощь. Впечатления от поездки в Корсун остались самые приятные. Поселок становится на глазах вполне современным и красивым. И очень приятно, что все изменения – результат диалога власти и жителей. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ.